На ежегодные галицинские чтения в этом году собралось более 40 исследователей, историков, преподавателей вузов, искусствоведов со всех уголков России и Республики Молдова. Доклады на этой конференции звучат о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, о князьях Голицыных, о роде князей Голицыных, это такой очень знаковый род в истории нашего государства, а также многие доклады будут посвящены войне 1812 года. Голицинские чтения – возможность для историков и пушкинистов встретиться, пообщаться вживую и, конечно, чествовать друг друга за различные достижения. Но в первую очередь научно-практическая конференция – это когда ученые делятся необнародованными ранее исследованиями. Иногда удается найти просто невероятные сведения. Я сам просто занимаюсь исследованием, там, краеведением, историей. И парадоксальные какие-то вещи, которые были совершенно неизвестны, неясны. Там, даты освящения храмов – это очень важно. И какие-то интересные события. По традиции, лучшие из докладов будут опубликованы в научном сборнике статей музея. Заповедник – это не только интересное туристическое место, но и один из научных центров Одинцовского округа. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».